Приветствую вас на канале Esplay в прохождении Assassin's Creed Братства на 100%. Я уточнил на 100% в данный момент, потому что мы выполняем все, что у нас указано в ДНК. А именно, то есть это помимо основного сюжета, это все дополнительные миссии, всякие там тайники, агенты и в общем... Все остальное барахло, которое нужно собрать. В том числе и задания гильдии. Тут вот у нас есть 4 гильдии: ассасины, наемники, куртизанки и воры, у которых есть различные задания. Так, вот у нас вот у гильдии ассасинов есть 2 задания, чтобы пройти на следующий уровень. Это нужно ассасинов-рекрутов использовать в бою еще 15 раз и град-стрел еще 5 раз. Так как они у нас перезаряжаются довольно... Ну, как бы не моментально, не то чтобы долго. Все равно на это нужно время. Поэтому мы пока выполняем другие задания, но будем стараться использовать все время град-стрел или просто ассасина в бою. Дальше смотрим, что у нас тут в гильдии наемников. Одно какое-то нужно выполнить. На самом деле тут их много надо выполнить. Создано цепочек убийств еще 3 раза по 5 убийств минимум. Двойное убийство совершить 7 раз. Убить в полете 5 стражников. Убить стражников, сидя в седле. Убить швейцарских гвардейцев. И на помост вообще ни одного не бросил. Ладно. Куртизанки. Использовать их против стражи 7 раз надо. Уход от стражников, используя скрытность, еще 2 раза сделать. 20 стражников, находящихся на постах, незаметно убиты из арбалета. Вот это вообще непонятно. Я их постоянно из арбалета валю. А почему мне это не засчиталось? И уведено коней без убийства всадника. Тоже все время это делаю. Так, спрятать 3 трупа в колодцах. Отравить 9 стражников. И убить еще 9 стражников, оглушенных дымовой шашкой. И воры. 7 раз нанять. Совершить еще 19 прыжков с лошади на балку. И пролететь на парашюте 500 метров. Прикол. Но для начала давайте-ка добьем контракты. И, выполняя контракт, будем попробуем использовать что-нибудь, ну, чтобы вот эти задания выполнить. Гильдий. Твои успехи очень обеспокоили папу. Родриго ввел нескольких людей в Курию и наполнил Ватикан прихвостнями Борджиа. Их имена хорошо известны Макиавелли. А скоро их узнаю и я. Так, и... И чё? Доступны новые контракты на убийство. Ладно, где? Ага, в Ватикане. Надеюсь, там будут... А, и одну вот здесь. Пойдем вот это выполним. Побежим пешком. Для чего? Чтобы выполнить как раз какую-нибудь штучку такую. Так, у нас, значит, здесь наемники. Давайте посмотрим, что нам наемниками надо сделать. Задание гильдии. Где оно? Вот оно. Наемники. На помост. Наемников, кстати, я нанимал довольно часто, поэтому они уже выполнены. Убита в полете, двойное убийство. Сидя в седле. Поехали на лошади тогда, чё. А сидя в седле, это, наверное, размахивая мечом. Давай меч выберем. О. Ну, где стражники у нас? Давай, подходи.
Блин, пока не видно ни одного. Здесь я всех их завалил. Ладно, берем контракт. Бей врага его же оружием. Чезаре снабдил свою охрану самым лучшим снаряжением. Используй их оружие против них самих, Никола. Убейте как минимум одного громилу, одного проныру и одного швейцарского гвардейца их же оружием. Это для 100% синхронизации. Так, доберитесь куда-то до кого-то. Понятно. Далеко нет. Далековато. Что мы можем сделать? Хватку Борджа. Вон отсюда. Ваше присутствие напоминает нам о том, что мы все рабы Борджа. Так, давай-ка вот этого сейчас грохнем. О. Пора отсюда уходить. Парла Мадонна, я не хочу ничего знать. Черт, он мертв. Да, вы последний раз думали своим умом. Мне, по-моему, там какое-то задание есть. Так сделать. Убить в седле называется. Я надеюсь, это же оно. А чё ворота-то закрыты? Чё, офигели, что ли? Центральные должны быть открыты. Во-во-во. Так, ну-ка, давай-ка посмотрим. За кого мне надо это выполнить-то? Вот, убито в полете. 7 стражников, сидя в седле. Еще 3 надо. Давай сейчас вот этого угрохнем и проверим. Это оно или нет. Уступайте дорогу. Смотрим. Блин, долго листать приходится. Гильдия. Наемники. Да, все верно. Еще 2 также надо грохнуть. Будет испытание выполнено. Вон он, следующая жертва. А, нет, это не стражник. Повезло тебе, мужик. Бай-бай! Сидя в седле, это, наверное, прыгая с седла. То есть не обязательно. Аспетто. Андиамо! На другой. Воу-воу. Ага. Ну, давай. Слезай, пошли. Обезоруживать их сейчас будем. Здорово. Этот капюшон. Блин, ты что не отбиваешь-то? Так, а мне же только по одному каждого надо убить своим же оружием. На остальных можно вызвать ассасинов. Поэтому сейчас одного убиваем, на второго вызываем ассасинов. Здорово. Аспетто ун моменто. Ах ты, зараза. А почему я это брать не могу? Ух ты, падла. Ничего себе. Блин, как его разоружить-то? Ха-ха.
Ни хрена он мне долбанул. Так, оружие подбирать нельзя, что ли? Блин, зараза. Да ты почему не отбиваешься? Это что за гон? Вообще капец. Ну, козел. Наверное, не засчитается. Да? Ну-ка. Один громила, один проныра, один швейцарский гвардеец. А как его без оружия-то? А чё, вот его нельзя уже добить его же оружием? Вот зараза. Походу провалил я стопроцентную миссию-то. Ну? Нет, смотри-ка, сосчиталось. Круто. Значит, то, что я забрал у того гвардейца оружие, подобрал. Но убил им другого, это засчиталось. Прикольно. Ну ладно. Так, все, уходим отсюда. Нам надо найти еще стражников, чтобы в полете их грохнуть. Так, где выход-то? Что-то я заплутал. Угу. Ладно, смотрим, где следующее задание. А следующий контракт у нас в Ватикане. Два штуки. Ну, отправляемся туда. Идем вот сюда, к пункту. О! Готово. Еще один нужен мне. Аспетта, аспетта. Оставьте его! Просто оставьте меня! Так, стоп! Дымовуха мне нужна. Так, и чё? Засчиталось убийство в седле или нет? Так, это не то. Наемники, вот. Блин, нет. Еще один нужен.
Странно все-таки это немного. Непонятно. Пойдем картину чекнем. Может, здесь она? Скоро. Нет, здесь тоже все куплено. Аривидерчи, заходите еще. По оружию. Так, давайте купим, который дороже. Вот этот. Но использовать будем не этот. Использовать будем вот этот меч наем. А, мы и этот можем купить. Круто. Использовать мы будем вот этот венецианский палаш. Похоже, деньги не фальшивы. Да, конечно, нет. Че? Так, ну-ка. Кто там у нас на лошади, надеюсь, кто-то едет. Двойное убийство. Но не в полете. Это без меня. Не трогайте меня. Уже просыпается. Так, цветущая роза. Угу. Бежим до Ватикана. Странно, что в Ватикане нет пункта быстрого перемещения. Че, подеремся? Эй, Дико, почему ты так вы себя ведешь? Этот новый восточный нет. Я вообще не уехал! Я не знаю, что происходит! Бегите! Я тут не при чем. Так, там вот еще один стражник. А, даже два. Пойдем двойное убийство замутим. Убить тебя? Куда это ты собрался? Оставьте меня. Прикольно, что у меня не возрастает. Мне нельзя. Известность. Надо травануть еще же несколько человек. Ох ты. Как можно было так управлять? Сдохни, сукин сын. Боже, не пьи ты меня. Ладно, бежим. Тут что-то этот прям геноцид устроил. Черт! Надо отсюда выбираться! А что вы втупляете-то? Вообще не догнал. Ух ты! Бежать! Не туда! Бежать! Блин, цепочка не получилась. Ну ладно. Господи, молю, сохрани мне жизнь! Эй, ты! Остановись! Я... Я ничего пощади! Не делал! Не трогайте меня! Пожалуйста! Бежать! Не туда! Это ассасин ездит на лошади? Ха-ха.
Не, кстати, ассасины довольно быстро восстанавливаются. Ладно. Гвардейцы, кстати, вот тут стоят, надо будет их тоже грохнуть. Пока пойдем за контрактом. Наверное, заключил какой-нибудь пари с пьяным. Так, давайте-ка посмотрим вот эту фишку, проверим сейчас одну. Задание гильдии. Наемников. Хотя нет. По-моему, воры. Тоже не то. О, кстати, смотрите, здесь что-то я что-то выполнил даже. Значит, это куртизанки. Угу. Вот. Но стражников, находящихся на постах, незаметно убито из арбалета. Давайте попробуем сейчас вот это сделать. Проверить, это будет оно или нет. Вот он был на посту. Нифига. Чё за прикол? А вот оттравануть его. Разве у нас не действует? Будь порядочным человеком. И тело спрятать, кстати. Ой. Что заставило мужчину вести себя так? Ага, на крышу. Удобно. Так, что у меня тут кто-то прокачался, что ли? Молодчик, что? Ой, ты что, задание-то не выбрал? Что делаем? Прислужники Борджия полагают, что могут прикрываться именем церкви, и их сутаны защитят их от праведного суда. Докажи, что это не так, на примере одного кардинала. Убей его, пока он не добрался до собора Святого Петра. Убить только кардинала. Так, цель сначала найти надо. Хорошо. Так, ну недалеко же, надеюсь. Что-то я долго бегу уже. Где он? А, ну вот, все, почти. Ой.
Нет. Чё пристали-то? Странная одежда. Он далматинец? Эй, ты что, правил не знаешь, чужеземец? У меня не возрастает эта известность. Прикольно. Клянусь бородой святой Анны, у него железные яйца. Завтра пройдет месса по пилигримам, погибшим при пожаре в Сан-Кирилло. Так, вот он. Старая сыромять не переезжает. Мне еще и незаметно вы его уничтожили. Плохой портной. Ты когда-нибудь видел такой план? Он скрывается. Атаку! А ты чего удара не отбиваешь? Убей его! Сейчас цепочку будем делать. Падла. Вот зараза. Что за фигня? Почему они исчезли-то? Блин, ну что-то глюк какой-то. Так, давайте спрячем кого-нибудь в сено. Мертвец! Я упаду в обморок. Пойду поскорее отсюда. Душные и расслабленные нищеты не запрещаются просить милостыню на паперке. Новое правило предписывает онам находиться на расстоянии не менее 10 футов от дверей церкви. Завтра пройдет месса по пилигримам... Это, по-моему, задание куртизанок спрятать. Да блин, нафиг ты берешь меч? Во. Кто это сделал? Не знаю, не я. Все, трупы спрятал. А у кардинала я что-нибудь могу отыскать? Или я его уже обыскивал? Ладно, фиг с ним. Так, идем к следующему заданию. Я так понимаю, это последний контракт на убийство. Блин, а как мне? Да будет так. Вот он же жив остался, да? Лошадь я у него отобрал. Надеюсь, засчитывается. Перенести свое дело на берег Тибра, напротив Марсового поля. Все, совет кардинала желает. Парла Мадонна, я не хочу ничего знать. Хорошо. Берем последнее задание. Так, ты меня видишь? Ой, блин. Убийца! Умри! Так, что, я всех использовал, что ли? Нет, один должен остаться у меня. Красный диплом. Четверо папских гвардейцев Борджии сегодня должны завершить свою тренировочную программу. От имени братства сердечно поздравь их с этим.
не потерять здоровье. Так, значит, надо замочить тех гвардейцев, да? Но самый простой способ, я думаю, это подобраться туда. И просто градом стрелок всех завалить и все дела. Так, поэтому давай-ка лошадь отберем. Я не помню, засчитывается это или нет. Бай-бай! Так, у меня такого стражника, не будем его беспокоить. Блин, там на мосту есть чуваки. Аспетта. А сейчас пробежим тупо. О, тут ворота открыты. Аспетта. Эндиамо. Все, меня уже никто не ищет. Замечательно. Чё мне это ничего не дает? Ну-ка давай-ка вот так попробуем. О, шикарно. Вот этот чувак же находится на своем посту, правильно? Не знаю, засчитается это или нет. Мне надо еще выше подняться. Все-таки можно пробраться, я почему-то думал, что нет. Ой, блин, тут палево. Извини, мужик, тебе не повезло. Вообще-то я арбалет выбирал. Так, а чё, как заметили-то? Что-то я не понимаю. Я нашел его! О, как клево! Здоровье не потерял. Ах ты, зараза ты! Не, ну, собственно, раз мы здесь побежали, сокровища соберем. С контрактами покончено, нет? Смотрим. ДНК. Агенты 100. Убийство. Нет, не все, смотри-ка, еще. Еще где-то контракт. Где? Почему-то его нет.
Наверное, он будет доступен после того, как мы... После того, как мы вот эти вот как раз задания гильдии повыполняем. Пойдем сокровища соберем. Я-то думал, нельзя пройти, а все-таки вход есть. Но видите, если бы я по-обычному пошел, то мы бы на стражников... Ой, мы бы тогда начали выполнять основное задание, по сути. Так, где этот сундук? Он там, что ли? Почему-то я думаю, что он именно там. Ага. Вопрос. А как туда забраться? Ух ты, нет. Слежу за тобой, негодяй. Как так-то, а? Тебе понадобилось время. Че, офигел, что ли? Это просто кошмар. Это просто кошмар. Стало опасно просто выходить из дома. Я идиот. Пожалуйста, отпустите меня. Я тут ни при чем. Ой, господи, боже мой. Блин, что по-другому? Никак туда не за... Может там пролететь откуда-нибудь? Неужели по-другому никак? Походу никак, блин, обязательно надо на задание вставать. После недавнего пожара в Парионе всем священникам приписано брать с собой ведро воды и фонарь, когда они надзирают за столкнением и эпидемией на Синовал. Мистер Курди! Убийца! Стража! Стража! Блин, это просто капец, я прям не могу. И Иисуса, украшавший лавку сыродела, будь порядочным человеком... Погоди-ка, давай-ка посмотрим. Надеюсь, задание начинается, когда я там на что-то наступлю. А не просто так все начинается оно. Это ты чё, блин? Ты гонишь, что ли? Прикинь, я просто в шоке вообще, аж не могу. Но мне хочется эти последние сундуки забрать. Этот идиот что-нибудь сломает, Рита Бенеки. Ты сам идиот, а как они меня вообще видят? Впечатляет, но лучше держаться подальше от стола. О, это красиво, но рискованно. Есть там, нет точка взаимодействия, куда я должен встать, чтобы началось задание? Есть. Зачем он это делает? Но мимо нее никак не пройти. Вот же ты собака-то серая, а? Ну вот как это, считается багом или нет? Ладно, хрен с ним, с этим сокровищем. Смотрим. Что у нас с заданиями? Ассасины. Град стрел один раз надо использовать. И... Подожди, а я рекрутов использовал на самом деле больше? Или, наверное, мне надо начать драться? Ну чё ж. Побежали всех мочить.
Сейчас только град стрел дойдет. Вот видишь, блин, как так? Ладно. Что-то я только ассасина посмотрел. Наемников, что осталось? На помост никого не кинул, швейцарских гвардейцев. Еще один раз двойное убийство надо совершить. Три цепочки. Что, пойти на помост людей, что ли, кидать? Так, громил швейцарских гвардейцев. Швейцарские гвардейцы, по-моему, вот которые стоят возле, сразу возле входа, которых я их уже убивал. Стражников, сидя в седле. Убито в полете. Сидя в седле. Давай пробуем двойное убийство. Блин, они тут все отдельно стоят. Как мне вот их? Ой, отстань, мужик, а. У меня град стрел не готов. И вообще, мне надо лошадь. Остановите этого человека! Давно пора выступить против этого. Скоро, иди! Так. Мне нужны еще наемники. Ой, в смысле стражники. Надеюсь, ты уже получил отпущение, Грифон. Бай, бай! Ух ты, зараза. Так, мне еще с ассасином надо использовать. Нужно на помост покидать кого-то. А где помост? Так, ага. Блин, не так надо было мне схватить. Падла. Блин, ну не так, конечно, я планировал. Ладно, кто у нас вот здесь стоит? А, это на крыше человек ходит.
Давай его отравим. Ищем еще стражников. Денег 38 тысяч в банк помещено. Нормально. За что мне такое наказание? Помилуй! О-о-о-о. Туда, бей его! Далеко не уйдет! Я тут ни при чем! Прошу, господи! Так, я что-то там у наемников выполнил. Где? О. Здоровье. Ха-ха-ха. Так, мой друг, скоро вам станет лучше. Сейчас еще одно утро в нем. Блин, на помост мне надо толкнуть стражника, я же не могу. Вот зараза, они ушли. Мне надо его схватить и толкнуть на помост. Боже, тебе не хорошо. У тебя болит живот? Что ты сегодня ел? Так, все. Всех траванул. Что это? Там чувак на крыше опять стоит. Во, ну-ка, стой. Блин. Немедленно, отпусти меня. Это что, не считается, да? Отпусти меня! Я сейчас отпущу. Это так не пройдет. О, получилось. Я ухожу. Не трогайте меня. Отсутствие стражников дофига, прям легко получается. Давайте посмотрим, что там вообще сделать, что нет. То что-то я делаю. Задание гильдии ассасины. Так, мне еще надо, да, с ассасинов поиспользовать в бою. Наемники. На помост одного бросил, да. Убито в полете, сидя в седле. Это, наверное, имеется в виду, что стражников, сидящих в седле, убито в полете. А вот это убито стражников, сидя в седле. Все равно непонятно. Блин, да что я убрал-то опять? Ладно, куртизанки. Используем против стражников, понятно. Введено коней без убийства всадника. Вот это вообще мне непонятно.
Отравлено, убито, оглушенных дымовой шашкой. Еще четверых надо. Так, ну-ка идите сюда. Пойдем до банка, прогуляемся, соберем деньги. Где он? О, как раз стражники. Не очень-то приятное зрение. Внимание всех, кто собирался принимать минеральные ванны в Ферентино. Угу. После недавнего повышения температуры горячие источники стали опасны для... Во-во-во. Адио, увидимся. Мадре Санта, пора уходить. Держаться подальше от римских мостов после наступления темноты. Герб партизанок получил, а что, все их задания выполнил, что ли? Где этот банк-то? Ма, браво. Мы знакомы, мы не, не догнал я вообще. А, вот он, все. Деньги забираем. Инвестиции инвестируем. Странно, куртизанок-то не до конца использовал. Задание гильдии. Куртизанки. Так, еще мне надо 6 раз их использовать. И травануть 6... 6 чуваков. Ну, травануть, по-моему, самое легкое. Да, собственно, и использовать тоже самое легкое. Берем яд. И тупо идем по крышам к траве сейчас будем. Вообще не проблема. Стоп, стоп. Так. Где у нас? Вон еще. Тут кто-то смотрел сейчас? Вот этих сейчас еще. Я никого и не трогаю. Надо, кстати, прикупить сейчас еще яда-то, а то что-то кончается уже. Так. Ну я, по-моему, их уже это... Должен был травануть. Вернее, должен был выполнить задание. Отравлено стра... А, 15. Еще 5 надо. Блин, да я их, по-моему, дофига уже траванул. У меня уже не осталось этих отравы. Раз, два, три, вот так вот, да?
Так, а что-то у меня стражников-то не осталось, да, больше? Он бежит прямо на луну. Блин, а не так-то просто все эти задания выполнять. Имеется в виду, больше времени на это все уходит. Много времени, в смысле, уходит. Так, этот мне не надо. Помост надо потолкать еще их. Две помоста ближайшие. И, кстати, это... Лошадь давай угоним. Я, кстати, понял, почему так долго убиваю. У меня же рапира это. Урон маленький у меня. А я еще мирного жителя завалил. Блин, я нечаянно. Его. О боже, ну и боль! Неужели тут никто не приберет? Я не хочу ничего знать. На помост мне надо их потолкать. Для этого нужно найти еще патруль. Так, вон там патруль. Блин, не кинул его. Я тут ни при чем. Ну давай атакуй. За дерево из этого ничего не видно. Смотри, они мне не дают серию совершить.
отпусти меня! Ну, на помост его кинь, на помост, вот сюда. Пожалуйста, Господь, завтра пройдет месса по пилигримам, погибшим при пожаре в Сан-Кирилле. Не трогайте меня! Не трогайте меня! Совет просит тех, кто использует квартал в качестве площадки для игр, не трогать веревки для сушки билетов. Интересно, сколько мне еще ассасинов-то нужно использовать в бою? Просто непонятно. Еще 4 раза. Я их, по-моему, больше раз намного уже использовал. Ну-ка, сейчас попробуем вот так вот сделать. Старая сыромять не переезжает. Вот сейчас начну драться с вот с этим. Компенсацию перевести свое дело на берег Тибра, напротив Марсового поля. Совет кардинала... сука, которая... Вот это считается? Ну-ка, сейчас смотрим. Мне 4 раза надо было сделать. Да, осталось 3 раза. Идем к следующему. Кардинал Садерини приказал разбить... Блин, ну вообще, вот этих надо кинуть на помост. Чувак, стой. Должны понять это. Трогайте меня, пожалуйста! Тебе? Ты видел, куда он ушел? Нет, не уходи. Я расскажу тебе сказку. Вон он! Скорее! Его жена дрожала точно так же! Заслуженная кара. Так, ну это засчитывается за один вызов ассасина. Я красивый! Я знаю его. Я так понимаю, последний раз осталось. Только стражники кончились. Давай еще к цветущей розе продвигаться. Там их было больше. Вот сюда вот. И там все время куртизанки есть. Пойдем по крыше. Вон уже на крыше я вижу чувака. Видел. Помост есть? Блин, нету. Надо уходить. Это без меня. Во, все, выполнил задание. Все причем. Ты куда, лошадь? Так, давайте переместимся с помощью пункта быстрого перемещения. Где он? Вот он. В цветущей розе. Так, вот у нас куртизанки. Сразу их берем и отправляем на стражника. Давай им опомниться. Берем сразу следующих и идем искать опять стражников. А вон там, уже вижу.
Готово. Можно так мучить человека. Сними эту штуку. Я мечтаю. Хорошо. Мне нужны еще девочки. А нет, давай-ка лучше на помост толкнем кого-нибудь. Вот этого возьмем. Ах ты падла, он не берется. Блин, еще один стражник нужен, а его нету. Вот зараза. Девочек нужно перезагрузить. Давай пробуем зайти. Заодно посмотрим, что тут за задания остались. Так, уведено коней без убийства всадника. Это вообще непонятно. И стражники, находящиеся на постах, незаметно убиты из арбалета, тоже непонятно. 4 раза куртизанок использовать надо. Выходим. Куртизанки появились? Не появились. Печально. Зато появились стражники. Затаился, Нико. Блин, ну мне вот непонятно, что за незаметно убитый. Почему-то не перезагружаются куртизанки. Не трогайте меня, пожалуйста. Где мне их искать-то? Ага. Ха-ха-ха. Так, что так бегать теперь по городу, искать куртизанок? Маг, для чего этот танца дель дьявол? Ищите неприятности? Вот это считается угоном коня? Ну-ка смотрим. Нет, не считается. Странно, почему-то я куртизанок использовал против стражников, а мне это не засчиталось. Стой здесь. Почему стой здесь-то? Ладно. Но это должно засчитаться. Хм.
четверти. Новое правило предписывает онам находиться на расстоянии не менее 10 футов от дверей церкви. Так, ладно, что-то эта серия у нас затянулась. Все равно мы сейчас не успеем все эти задания выполнить. Поэтому ставь лайк, если понравилось видео. Подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующей серии на канале Let's Play. Пока. Ходите.